Началось благоустройство парка в деревне Марусино. Здесь создадут комфортный прогулочный маршрут, организуют места для отдыха детей и взрослых, расчистят русло реки Чернавки. Какие работы уже выполнены, узнали мои коллеги. На самом деле это первый этап в этом году. Мы на вторым этапом на следующий год будем продолжать этот проект. И сама концепция, как будем делать, что будем делать, в любом случае это вот только жителями. Уже в следующем году будущая зона отдыха площадью почти 4 гектара примет новый облик. В рамках благоустройства рабочие уже сделали дренажную канаву для отвода воды с территории, вырубили аварийные и сухостойные деревья. Песчаная подушка для велосипедной дорожки почти готова. Ждали мы этот парк давно. С 2014 года начинали эти работы по парку, сажали деревья, но все было как-то запущено. Просто мы его очень ждем и надеемся, что здесь будет все то, что мы хотим. И велодорожки, и детские площадки, и скамейки, где можно будет отдохнуть. Мы так благодарны администрации, что наконец-то у них дошли руки до нашей деревни Марусино, чтобы вот сюда нам дорожку хорошую сделали. И в храм мы ходили по этой дорожке, и сюда мы ходили. Везде будем. На старости лет пришла к нам цивилизация. В этом году здесь создадут комфортные условия для пеших прогулок, обустроят велосипедные дорожки с покрытием из цветного асфальта, установят детский игровой комплекс и спортивную площадку, сделают освещение. Система «Безопасный регион» будет интегрирована в этот парк. И, конечно же, это место очень долго ждали все жители и Марусино, и Машково, и Матюково. Это единственная территория, где можно будет отдохнуть, провести время. Вместе с жителями мы будем принимать решения, и только по их подсказкам будем делать то, что необходимо, и то, что жители считают правильным. Первый этап благоустройства парка в Марусине завершат к концу года. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.